Ты же сказал, что работу найти не можешь, денег нет. А это откуда? Это я в «Викингах» наиграл. Чего? Не веришь? Сама посмотри. На-на-на-на. Наша любимая стратегия продолжает удивлять. Хотите побороться за одну из двух PlayStation 4 Pro и очки виртуальной реальности? Скачайте «Викингов» по ссылкам в описании к видео и дойдите до 10 уровня Дворца. А чтобы выиграть суперприз MacBook Pro, просто достигните самого высокого уровня Дворца до конца месяца. Среди остальных участников розыгрыш состоится 5 июля. Качайте «Викингов» именно по моим ссылкам в описании к видео, получите 200 голды и бесплатный щит. Мы ждем тебя в игре. Здорово! Ну чё, весь интернет пестрит, все в отпуска погнали. Кто в Абу-Даби, кто в Мумбаи, кто в Дубае, блядь. В Инстаграме живого места нет, одни жопы в масле. Заюш вон тоже хотел в Пхукет слетать, расскажи, Заюш, чё. Руки убери, скотин, достал меня уже. Ну, переживает мальца. Хотел со своим возлюбленным лететь, а возлюбленный это я, поэтому не Пхукет, блядь. Артищева, ёпта. Да, братан. Артищева, блядь. Заюш, а чё ты так переживаешь-то? Артищева, это ёпта, вторая Майорка. Только в Майорке понятно, почему вода соленая. А Артищева нихуя, да? Ну что ты так гонишь-то? Нормально отдохнем. У нас компания вон какая. Я считаю, вот братуха, ты, Андрюха Чернобыль. Это нормально все будет, да? Братуха, а почему Чернобыль? Ты че? У него же в детстве бровей не было с Мариной. Нихуя себе. Ну вот я. Шеф, закрывай. В самолете, раз так можно. В натуре. В самолете вообще-то кормят. Кормят? А здесь тебе что? Шеф, у Сельмак там тормозни ближайший. Сервис, ёпт. Давай, братух, наливай пока холодненький. Первак, ёпт. Да вы что, еды мне не купили? Точно, бля, еды же, а! А я еще стою, вспоминаю. Да там за Юшей нет ничего, кроме самогона, это же Сельмак. Ну, давай. Вообще, что ничего не купили? Не, ну так-то взяли кое-чего. Андрюх Чернов, унты себе взял на зиму. Умно, бля. Конечно же, Андрюх Чернобыль. Братух, напомни, а почему Чернобыль? Двойка была в четверти по химии. Эх, блин. Заюш, да не гони, что ты? Накормим мы тебя сейчас. Приедем, там как раз Черноплод, Крыжовник, правильно, браток? Ну, не гони. О, Андрюха поссать пришел. Парень, конечно, интересный. Один раз целый час на сварку смотрел. Потом Путин послушал и уснул нам. Так себе, конечно, Новый год. Ёптаны, блядь! Да не ори ты, чё ты тебя орёшь-то, блядь! Шину надо накладывать! Да наложим сейчас ты это ещё нахер! Да вы чё, вы так долго прём уже, ж практически приехали! Так мы в Пензу обратно его несём! Нахера? Ответь, братан! В Артищево больниц нет, блядь! В Артищево, ёпт! Давай, 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 братуха! Тихо-тихо-тихо, не вырубай видос. Друзья, понравилось наше видео, подписывайся на наш канал. Ставьте лайки, мне очень надо. Вот наши инстаграмы, вот наша группа ВКонтакте. Внизу под видео есть ссылки, переходите, подписывайтесь, мы будем вас там ждать. Совсем скоро мы улетаем в отпуск. И тот, кто напишет первый правильный вариант, в какую страну мы уезжаем, тому баблишечка на карту, правильно? 1000 рублей, погнали.